Доброе утро, дорогие мои. Вчера говорите, тетя Руща, почему тебе не видно? Не видно, дорогие мои. Я только приехала из Армении. Погода изменилась. Я второй этаж, невестка третий этаж. Все гардеробы поменяли, школьные одежда все купили, погладили, повесили. Шкафы все переделали. Уже теперь осенний вниз, летний наверх. Очень мало времени осталось уже. Дети все, школа, детей много, подготовка. К вам выйти даже не готова. А вы готовили быстро, пошли свое дело залили. А сегодня утром уже посмотрите, какой заказ я делала. Что месяц мне вот так хватает, чтобы я каждый день не бегала, каждый день не покупала. Смотрите, какие красивые покупки с утра. Всегда спрашивайте, как вы храните в морозильнике. Смотрите, можно даже так хранить. Вот смотрите, как я делала. Шикарно. Можно сейчас делать по одной штуку, можно делать вот так. Вот смотрите, какая красота. Кусочек вот такой шикарный. Сейчас я набиваю холодильники, морозильники. И чтобы об этом уже не думать. Месяц раз я беру, а сердечки, посмотрите, какие шикарные. Сейчас все помою, почищу, готовлю. Так что хочу вам пожелать хороший день, хорошее настроение. Я вас очень люблю и желаю вам такой же насыщенный день. Я всегда с вами. Работа вот такая. Будет интересно что-нибудь, я к вам обязательно выйду. Ну, конечно, подарок очень много получила на 2 дня в Ереване. Не успеваю показать. Найду время, все покажу, дорогие мои. А мне работа ждет.